Здравствуйте, меня зовут Илевич Валентина Николаевна. Я педагог студии «Гармония» для дошкольников Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский». Да. Сегодня у нас с вами занятие по лепке. Мы с вами будем делать веточку яблоневого цвета, рельеф на листочке бумаги. И это все достаточно доступно для малышей. Как делать, я вам сейчас буду показывать. Сегодня я вам предлагаю сделать веточку яблони. Как это делается? Мы берем с вами коричневый цвет для веточки. Деткам лучше давать вот такие полосочки. Отрезаем вот так вот пластилин. И давать вот такие полосочки, чтобы легче было работать. Пальчики у них еще пока маленькие, слабенькие. Сначала пластилин растягиваем. Вот так пальчики растягиваем. Я использую вот такой кусочек линолеума, чтобы можно было работать. Вот смотрите. И катаем. Если вдруг он порвался, кусочек, мы начинаем вот так раскатывать. Да. Обычно раскатываем и растягиваем в сторону ручки. Вот таким образом. Так, тут у меня уезжает коврик. Я буду раскатывать таким образом. Можно раскатывать в ручках, как кому удобно. Все это очень полезно для пальчиков, для ручек. Когда вы раскатали веточку, вам нужно ее выложить на листочке. Вот, как вам хочется, вот смотрите, в любом направлении. Например, вот так, хорошо прижимаю к фону. Вот я взяла голубой фон, как будто у нас на фоне неба эта веточка. Раскатываем вот много-много таких жгутиков. И выкладываем так, как вам нравится. Вот таким образом. Все время прижимая. Так. Хотите вот сюда веточку добавьте. Это как нравится. Можно мелких веточек добавить. Вот такая веточка получается у нас. Маленький кусочек. Смотрите, примерно так это выглядит. Дальше нужен будет желтый цвет для серединочек. Вот смотрите, отщипываем маленький кусочек. Прямо в пальчиках катаем кусочки и вот так вот прижимаем к веточке. Вот так. Можно даже немножко, чуть-чуть в стороне сделать веточку. Вот давайте я вам буду показывать вот на этой веточке, которая уже наполовину сделана, чтобы можно было заполнить вот эту веточку. Смотрите, которая не заполнена. Я вот здесь сделаю цветочек. Это будет обозначено местечко для цветов, это серединка. Так. Можно прямо на веточку. Вот. Сколько хотите. Ну, вот так и будет у нас. И сюда еще цветов сделано. Вот, пожалуйста, это обозначение для цветов. Дальше нам нужно взять белый цвет, больше белого. Немножко розового, вот, и смешать их вот таким образом, закручивая. Сильно промешивать не надо, пусть такая будет масса. Вот такая вот цветная масса вот у нас. Видите? Вот такая красивая. Бело-розовая, как яблоневый цвет. Так. А сейчас в одной ручке держим кусочек. Другим пальчиками отщипываем маленькие кусочки, скатали шарик, расплющили в пальчиках. И вот так вот, смотрите, отщипываем, расплющиваем и сразу же прикрепляем серединочки. 5 штучек в яблоньке, 5 лепесточков. Так, следующий цветочек также делаем. Катаем шарики, расплющиваем, прикрепляем. Вот. У меня тут даже есть готовые шарики. Вот я их использую. Расплющиваю, прикрепляю. Расплющиваю, прикрепляю. 5 штучек. Такие красивые розовые цветки, яблоньки. Есть просто белые яблоневый цвет, есть вот такие с розовым оттенком.
Есть побольше, поменьше, разные. Будет возможность ходить, полюбуйтесь на красивый яблоневый цвет. Так. Вот у нас почти готова целая веточка. Так. И получились вот такие вот красивые цветы. Мы берем стек и делаем вот такие вот надрезики, вот здесь небольшие, вот, чтобы цветы оживить. Они сейчас больше напоминают такие настоящие цветочки. Можно попробовать деткам дать работать и левой, и правой ручкой. Не все сразу понимают, какая у них рабочая ручка. Очень часто долго еще не знают, какой рукой работать. Так. Вот получаются такие цветы красивые. Так. Сейчас нам нужно сделать листья. Листочков несколько. Мы возьмем с вами зеленый цвет. Можно стекать резь кусочек. О, греет, чтобы он был пластичный, тепленький. Чуть-чуть вот так вот вытягиваем уголочки и расплющиваем. Вот. Видите, сразу появляется у нас форма листочка. Но чтобы он был похож больше на настоящий, мы с вами вот так вот сделаем полосочку. Не разрежем, а надрежем. С одной стороны, точно так же с другой стороны. Вот так. Вот у нас красивый листочек. Если вам хочется, чтобы он совсем был похож на настоящий, можно слегка вот так вот сделать такой краешки формы. Придайте, какая вам нравится. И прикрепляем к веточке. Так. Видите, какая красота у нас получается. Вот такая веточка. Можно еще добавить листочков, если очень хочется. Это уже придумывайте сами, пожалуйста. Творите. Да, посмотрите, какая красота у вас может получиться. Если хотите, можете здесь сделать еще солнышко, облака добавить, если на фоне неба. Хотите, птичку сделайте. И можно продолжать творить и творить. Пожалуйста, творите с удовольствием. До свидания.